Всем привет, с вами снова Бальтазар, и сегодня мы попробуем поиграть одну из компаний. Так, выберем и компанию, большая компания. Сегодня мы будем играть, я так думаю, за первую фракцию из ряда фракции, это фракция Гуны. Так, фракция Гуны. Лидер Уилдин, религия Культенли. Атмосфера страха, окружающая Гуна, была столь сильна, что другие народы зачастую даже не считали их людьми. На самом деле, основой военной силы этого народа было искусство верховой езды. Гуны стремительно обрушивались на врага всем племени, забрасывая его градом, стоя кровь, уклоняясь от личного боя. Эта стратегия позволила им стремительной бурей пронестись по Европе и поставить Рим на край гибели. Чтобы создать из этого хаоса новую империю, им нужно поторопиться. Пока их вожди выясняют отношения, Орда замерла в ожидании человека, способного объединить всех гунов под собственной единоличной властью. Так, эта фракция имеет культурную особенность Бич Бурга и особенность фракции Всадники Апокалипсиса, то есть за его завоевание, роспись и разрушение поселений плюс 25, война сплоченность плюс 1 за каждую текущую войну, голод, потребление пищи плюс 20 провинций с водой, смерть, прекращение пополнения чужеземных армий и всего прочего в провинциях, где присутствует Орда. Сложность. Так, низкая — это для тех, кто никогда не играл в стратегии. Средняя — для игроков, уже знакомых с стратегиями, но не с Total War. Мы же знакомы. Высокая — для игроков, уже знакомых с Total War. Есть очень высокая для опытных игроков. На легендарную я не буду. Это только для хардкоров. Кодчика ручное сохранение в режиме кампании невозможно, во время паузы будет нельзя давать приказы. Выдерживает на очень высокой для опытных игроков. Выбираем время боя 40 минут, реалистичные битвы, помощь советника нам нахрен не нужен. Если компьютера нам не нужен, это просто будет много замедлять процесс игры. Так, время, так, условия победы, малая победа. Поддержитесь до следующей даты, весна 425-го, разрушите или разорите не менее 25 разных поселений, изучите не менее 10 технологий, победите не менее 5 разных фракций, захватив или уничтожив их поселение, последнее поселение, и либо сделайте их своими данниками. Добудьте следующие суммы налета 7500, сейчас можно. Держать не менее 80 отрядов одновременно. Так, военная победа. Культурная победа и божественный триумф. Но я думаю, для Гуна мы выберем все-таки божественный триумф. Потому что это, продержаться до следующей даты, и значит 150, то есть если время побольше, чем 25 лет. Убедите не менее 40 разных фракций, захватив или уничтожив их последние поселения, либо сделать их своими данниками. Разрушите или разорите не менее 70 разных поселений, держать не менее 200 отрядов одновременно. Возвести 8 или более следующих пособий: загоны для скота, царская юрта, лагерь мастеров, лагерь лучников, мастерская царских юрт, юрта осветителей фургонов, юрта старейшего шамана, а также лагерь пекинёв. Изучить не менее 40 технологий. Добудьте следующую сумму налетов, 300 тысяч, сейчас вам. Ну, я думаю, за 50 лет, то есть за 200 ходов это возможно сделать. Так. Ну что же, начинаем кампанию. Да. Фракции Гунны. Так, ждем в ожидании игры. Thank you.
Так, сейчас мы смотрим ролик про фракцию Гуны. Воздух наполнился дымом и кровью. Гунны пахли смертью. Они брали свое. Как мы сейчас видим, на мое мнение, гунны разбили восточные римские империи. Мы видим, как они отобрали их в сундуке золотом. И мы видели флаг Восточной Римской империи. Гунны были свободны, они мчались и сражались, они жили. Стены Рима построил страх. И страх был не напрасен. Ну точно, мы видим Восточную Римскую империю. И сейчас мы видим послов Восточной Римской империи. И вышел другой конь. Это видно по фиолетовому оттенку. На нем дано взять мир с земли. Одежды. Богатые предложили телегу золота. Гунны взяли ее и отпустили их жить. По крайней мере, до своего возвращения. Разрушили Константинополь. Всадники четырех ветров молились вечному небу. Они готовились к войне. Пришедший из восточных степей, так, ваш сосед, народ привык жить в постоянном движении и борьбе. Я без тебя. Заслышав о нем целые племена в... Да. Новое задание, глава 1, подготовка. Они готовились к цели. Продержаться до следующей даты, весна 400. Сейчас весна 395, это 5 лет, на 4 это 20 ходов. По награду я получу всего-навсего 2000. Так, что мы имеем? Сейчас у нас по деньгам 15 тысяч динариев. Состояние про доход плюс 1121. Еды вообще мало, 85. Сейчас у нас весна. Так, имеем бич божий. Всадники апокалипсиса. Власть крепкая. Почтенность плюс 2 все войска. Налоговая ставка плюс 1 вся фракция. Росанды минус 2 все войска. Тенгри, сплоченность плюс 1. Империя солидная. Великая держава, небольшой штраф к дипломатическим отношениям большинства фракций. И избыток продовольствия. Пополнение плюс 1 все войска, русарты плюс 2. Так, что нам по технологии? Конечно, мы же военная, 120 изучаем армии. Лагерь воинов, то, что нам и нужно. Изучаем. Так, посмотрим. Фракция. Так, у нас есть... Долго наш стихан. Не, ну, пока нет, ничего не доступно. Хан, это есть. Так. Сводка. Столицы нет. Потому что Орда. Благосостояние нищие пока. Казна 15 тысяч. Религия культен. Империи. Солидный. Армии 3 из 6. Так. Мы воюем сейчас на Батии. Лазы. Остготы. И Восточной Римской империи. У нас есть также данники. Это у нас, это вижу, это Грейтунги и Гепиды. Все верно сказал. Так, журнал, тут пока ничего нету. Так, смотрим, что у нас по войскам. У нас есть Уилдин с армией 1040 человек, Коридак и Харатон. Так, ну что же, мы сейчас, как мы видим, находимся на территории... Современная центральная, южная и восточная Украина. Что же мы будем делать? Ну, как я думаю, надо сейчас брать прибережные территории. Нам нужно осаждать. Поэтому сейчас все войска перекидываю на Ольвию. Это, я думаю, будет разумно, чем скитаться ордой по Европе без денег. Если я буду скитаться без денег по Европе, я также
умру с голода, потому что еды у нас всего сейчас 85. Я думаю, мы сейчас станем ордой, мысли. Ой. Да. Так, можно нанять рабов. Нанимаем. Мы нанимаем сейчас метателей германской и германский отряд. Нанимаем. Так. Также мы строим юрта старейшин, юрта сказателя и лагерь знати. Так, лагерь знати позволяет нанимать знатные акацирские налетчики. Это шаманы вечное небо. Ну, я думаю, юрта сказать. Так. Торопиться не будем, будем строить по одной постройке. Либо нам нужно построить еще и для еды. Потому что если мы будем строить все подряд, у нас закончится и деньги, и еда. Так, юрта свежий строится, юрта пастухов. О, это что, что нам нужно? Пища плюс 40, богатство 100, это животноводство. Все, это строим. Так, что имеем тут здесь? Нанять рабов не можем. Лагерь тоже разбить не можем. Хотя почему? Можем. Но я думаю, что тут у нас. У нас достаточно 10 отрядов. В лагере ничего построить нельзя, потому что население не позволяет. Нанять агента тоже нельзя. Так, ну что? Я думаю, надо конец хода нажать. А вы как думаете? Так. Конец хода. Я думаю, сейчас брать именно Ольвию не будем. Мы разорим. Потому что у нас дано либо разорить, либо подсобить себе все города. Но я думаю, пока надо разорить. Так, смотрим, что нам дало после хода. Так, слушай, так, война объявлена. Эвдан и Западоримский пилот. Грызутся собаки. Так, что еще? Строительство завершено, юрта пастухов. И что мы видим сразу? Пища плюс 10. Нехватка пищи без степей. Это плохо, ребята. Так, что мы делаем? Мы идем, Ольви. Мы идем, Ольви, ребят. Так. Эти. Что? Юрта по саху можно увеличить. Так, это плюс пища плюс 55. Пища всего плюс 20. Это не интересно. А это по саху пища плюс 30. Я думаю, выберем первое. Хотя подождите. Да, думаю, выберем первый. Заявка запаса. Пища плюс 55 от животноводства. 15 дополнительная пища плюс 5 за каждый уровень плодородия. Сплоченность минус 1. Богатство 120 от животноводства. 54 единицы дополнительного богатства. Плюс 18 от животноводства за каждый уровень плодородия. Так, а этим мы, ребятами, мы сейчас ебем Ольвию. Объявляем войну.
Грейтунг, ты смотри, Грейтунги это получается весь Крым и весь южная... И вся южная часть Украины. Да, объявляем войну. Быть в войне, мы честное племя, уже меня закрыл, предпочитаем острый меч. Так что, мы попробуем по капитуляции или нет? Посмотри, она не сдалась. Нет. Значит, будем биться. И будем биться вручную. Ой, что я нажала? Извините, это моя ошибка. Blood and iron. None will escape. Поехали, ребята. Сейчас будет бой при Ольве. Со второго хода нашей кампании. Так, что мы имеем? У нас 10 отрядов без подкрепления, отряд союзника, отравленные стрелы, 1360 у них. Раз, два. 7 отрядов плюс гарнизон, флот, 112 плюс союзники, глаза Нермуган. Да, мама мне, что за имя. Так. Битва Оли, 315 год нашей эры. То есть мы из сухопутной армии должны взъебать, а также из их должны взъебать флот. Да, не ладно, я думаю, это мы сделаем. У них такая слабая пехота. Единственное, что можем побояться, это их лучников. Ну, у нас же конница. И конница, и у нас также имеются конные лучники. Я думаю, мы их заебем. Так. Давай быстрее. Попытаюсь сейчас поиграть с минимальными потерями. Не знаю, как получится. Так, погода условия, дождь. Нет, надо подождать, ребята. Да дождь, да что ж такое, ребята, это не то, что мне нужно сейчас. И кто же ожидал после Крыма всегда дождь? Ну ничего, начинаем. Так. Мы сразу сейчас группируем наши отряды. Создаем автогруппу. Группируем. Этих ты не сортируешь, это по отдельности, ребята. Ну чего, что, сражение? Лучше. Вышестя. Так, я думаю, сейчас выбираем лучников. И подходим вплотную к нашим. Враг получил подкрепление. Ой, как страшно. Ну я тоже получил подкрепление. Все ближе. Так, и мы сейчас с этими подбегаемся. Да мы тоже, как видите, получили подкрепление. Бегаем, ребят, ха-ха, селяне, блин. Так, что мы делаем, что мы, ребята, делаем? Мы сейчас стоим
атакуем этих копьеносцев. Этими ребятами мы атакуем топор. Так, надо подводить этот день. Будем и всех в баталии центра боя. Все сюда. Все, смотрим, как надвигается бой. Я думаю, тем не менее, хорошо. Убили, уничтожили их отряд копьеносцев, зажимаем лучников. Да, наши отряды лучников, что вы делаете? Вы тоже потихоньку сверху пускайте стрелы. Так, эти отряды лучники и портухонники. Да не так надо. Вы сюда. Так, наше подкрепление с той стороны идет, но идет оно медленно. Я ожидал только 2 минуты боя. Мне нужно следующее подкрепление сюда, потому что я чувствую, будет жопе нам, жопе. Так, почему стоите? Бегом за ним, след. Так. Наши люди бегут, спасая то, что я боялся. Называется кинул от 0-1 отряд на всех. Ничего, тут бежит подкрепление. Сейчас мы их зажмем. Так как мы видим, я с этой стороны тупо исходим. Зажимаю в них кольцо. Мои люди подвигаются. А, они подсосены, ребята. Да. Ну а как иначе? О, там уже отступает часть.
что, идем дальше. Занимать форпост. Идем. О, вот, отряд какой-то бежал и собрался в духу. Видим, ребята, меньше скользного боя я же сломил их основную силу. Что, идем. В атаку, ребята. Ну, мои ребята же собрали. Смотрите, ребята, это просто великолепно. Посмотрите, ну они уверены. Давайте, ребята, мы по ним просто подтопчем. Сделаем мы это так. Смотри, они затопчут, затопчут. Только одного человека в этом плане. Хотя вы, да ладно, бежимся. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Посмотри, эти копьеносцы стоят, сотники, пути наши четверых отрядов. Это мне уже начинает бесить. Делаем. Почему у нас эти лучники стоят? Мне тут как бы сейчас эти лучники не надо. Ё-моё, да? Ты посмотри. Так, мы там их привычно подобили. Сюда, здесь. Всех сюда. Всех сюда. Все две армии сюда. Так, что же, потрясены, да, ребята? Как говорится, давим число. Посмотри. Еще ни одного нашего генерала не было.
пытаются спастись бегством. Так, где же вы бегством? Я не вижу вас. Ты что там делаешь? Кто тебя туда послал? Когда же забьете копьеносцы? Они мне же начинают бесить. А вы, поддержка, что вы там делаете? Сюда, немедленно. Они колебаются. Вот что значит, когда идешь к коннице на крупье. Ну, конец. Идем туда. Захвачиваем лишний центр. Я же думаю, нам ничто не помешает. Еще немного, я захочу их, и что?
чего они бегут? Что это такое? Ну как мы не можем взять этот Годен? Так, там мы точку уже наполовину захватили. Наши воины бегут с поля боя! Какой позор! Еще одна точка. Да чё вы там бегаете, ебали, блин, заебали, сюда и бежите. Прямой четкий отказ. Отказываю я. Прямой четкий приказ. Ну, чего ждем? Давайте, вот так. Нести. Отряд бежит от врага. Все, победа. Так, посмотрим статистику. Так, у нас было 2160 потерь, 718, осталось 1442. Их было 1288, потери 1207, осталось 80 человек.
Да, я не думал, что эта победа была такая тяжелая. Но что оказалось? Так, что случилось? Так, я говорю, нас сильно съебали эти копьеносцы. 173 человека положили. 173. Думаю, если это жив. 173. Итак. Что сделать с городом? Занять его или разграбить? Как вы думаете, ребята? Ну так как я орда, я скорее всего его разграблю. Вы посмотрите, нашего генерала тоже сильно потрепало. У него осталось... Он убил 65 человек, но его осталось всего на дне стика. Сильно потрепало. Фух, армия тяжелая. Кто думал, что эти крейтунги? То пара отряда лучников. Копьеносцы меня так сильно выебут. Ну что ж... Говорил же вначале возьмем число. Так и получилось. Бальтазар ведь словно этим не бросает. Тяжелые победы. Разрушить, разорвить. Разрушить. Так, повышение нашего героя. Так, повышаем его. Его повышаем, вполне не призываем, тут повышаем. Молнию. Так. Come, sit, share my fire. Нанимаем своих. Преступные наемники. Ну что же, конец года. Итак, по итогам мы очистили себе площадку под орду. Очистили. Теперь будем там развивать. Как говорится, сейчас дойдем, станем вообще, и через где-то хода два, пока наберем армию, пойдем на Крым.
Как же другой ход идет. Да, Кия. Уже появилась. Так, война объявлена. Антибудины. Развитие, численное происходство. Так, заходим в технологии, повышаем. Что? Принудительная служба. Тренировка воина, служба. Она даст нам стоимость на ее найма минус 10% для пехоты. Позволяет нанимать степные копейщики. Вот то, что нам нужно. Нам в нашей армии нужны копья. Копья нам нужны, ой, как сильно. Так, что мы делаем? Мы доходим сюда. И начинаем строиться. Посмотрите, у нас же хлеба всего 20. Значит, тут нужно построить юнту, стоянку запас. Это пока не строим, потому что это нас займет еду. Еды у нас и так мало. Thirsty for battle! Наемников нету. У них есть один отряд наемников. Потрепало же наших же людей. Надо нанимать. Так, наймем лучника. Копейщика. Так, все. Это полный билистик. Режим будет. А, да. И вот третий. Посмотрите, мы стали лагерем на территории Ольвии. Так, дорогие зрители, я думаю, сейчас конец первой серии. С вами был Бальтазар. Всего доброго.